8 ноября Силламяевский центр культуры отметил свой 70-й день рождения. В этот вечер в зале некуда было упасть яблоку. Аншлаг. В праздничном концерте принимали участие творческие коллективы города. Анфас, Нью Лайн, Мелодия, Капель, Сувенир, Русичи, Леуке, Этюд, Явир и многие другие. В рамках праздника наградили всех работников Центра культуры. О том, как прошел праздник, рассказал исполняющий обязанности директора Центра культуры Силламяя Владимир Высоцкий. Праздник прошел великолепно, просто замечательно. Единственное мое такое небольшое было опасение, хватит ли мест в зале, потому что люди шли и шли и шли, и когда я увидел полностью заполненный зал, ну, это такое чувство, которое оно очень волнительное, и ты понимаешь всю ответственность, которая на тебе лежит, и понимаешь, что концерт должен пройти хорошо, и он проходит хорошо. И, ну, это, конечно, может только радовать. Это был большой гала-концерт, мы даже назвали его как концерт-рассказ. То есть это были не только музыкальные и танцевальные номера от всех наших коллективов, но и также рассказ об истории Центра культуры, да, как он создавался, кто были его руководителями, кто работал. Естественно, мы пригласили всех людей, которые мы знаем, в зал, подарили им цветы, подарили им какие-то грамоты, благодарственные письма. То есть мы постарались вспомнить про всех, кто сделал свой вклад в Центр культуры Силламяя. Можно ли сказать, что теперь после большого праздника можно расслабиться и ничего не делать? Ведь большая дата позади. Однако, по словам исполняющего обязанности директора Центра культуры Силламяя Владимира Высоцкого, планов у администрации много. И впереди только работа, работа. Ну, как говорится, не дождетесь. Смотрим только вперед, смотрим на будущий юбилей. Естественно, юбилей это не является самой себе как бы такой самоцелью. Это только лишь результат вот этой долговременной работы на благо культуры нашего города. И, естественно, ну, я знаю, что Центр культуры является очень важным звеном именно в цепочке культурных учреждений города Силламяя. Так что впереди только большие и хорошие планы, куча мероприятий в декабре уже намечено, а там в январе, феврале, так что работаем. Сейчас Центр культуры готовится к рождественским праздникам. 1 декабря состоится первый адвент. Мы, естественно, отметим это таким мероприятием, которое пройдет, скорее всего, на территории около Центра культуры, здесь в нашем красивом центре. Будет небольшая концертная программа, пригласим жителей города, пригласим первых лиц города и зажжем первую свечу адвента, как оно и является вот в традициях нашей страны. А где вы будете проводить первый адвент? Будете ли вы на празднике или у вас начнутся каникулы? Знаете, все праздники Центра культуры я провожу именно здесь, на рабочем месте, вместе со своим коллективом, потому что я считаю, что мы только в сотрудничестве с коллективом мы можем добиться каких-то больших результатов. Так что отдыхать некогда, работаем. Добро пожаловать в Центр культуры Силламяя.